Предлагаю сегодня попробовать курицу терияки за 15 минут. Это быстрый и вкусный ужин. Мужчины высоко оценят ваши старания, ведь курочка просто восхитительная, в густом и вкусном соусе. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Итак, подготовьте продукты. Вымойте куриное филе, обсушите, лишняя влага не нужна. Очистите чеснок. Приступим. Куриное филе порежьте небольшими кусочками или длинными полосками. Смешайте в глубокой посудине мед, соевый соус, рубленый чеснок, рисовый уксус, молотый имбирь, крахмал и черный перец молотый. На 2 столовых ложках масла обжарьте на большом огне кусочки куриного филе до золотистого цвета. В конце жарки влейте тонкой струйкой смесь, постоянно помешивая, жарьте, пока кусочки мяса не станут покрыты соусом со всех сторон. На это уйдет всего пара минут, а то и меньше, соус быстро становится густым. Подавайте курицу терияки с вареным рисом, овощами свежими или отварными, посыпав измельченным луком и кунжутом. Приятного аппетита! Подписывайся на наш канал «Еда с перчинкой». Всем вкусненьких блюд!